Вы, видно, бывали в России. Ob du schon mal in Russland warst, Opa? Ja. Ja, ich war in Russland. Touristen? Eben, als Tourist. Dieser verdammte Tourismus. Да, этот проклятый туризм. Ich vergesse nie, я никогда не забуду, как в 1948 году покидал Россию. Ребята из охраны пожали мне руку и сказали: «Будь здоров, Фриц!» Меня зовут не Фриц, а Макс Вальтер. У меня были хорошие отношения с русскими. Их доброта удивительна. И знаете, кто мне помог вернуться раньше времени? Вы удивитесь, мой покойный брат. Ohne es zu wollen, kam mir immer in die Quere. Will ich die Militärschule beziehen? Сам того не желая, он все время вмешивался в мою судьбу. Хочу поступить в военную школу, не принимал тебя за брата. Из-за него я был без работы. Их не устраивал мой бедный брат. Он был антифашистом и все свои лучшие годы жизни провел в лагерях и тюрьмах. И потом его объявили ненормальным и поместили в сумасшедший дом. Его признали, как говорили нацисты, непригодным к жизни. Теперь-то я знаю, что он был одним из тех немногих нормальных в этой взбесившейся стране. У Гитлера было множество вариантов уничтожения людей. Он придумал даже убийство из милосердия. После того, когда они убили моего брата, они потребовали написать благодарственное письмо фюреру. А в газетах писали, будто он самый великий гуманист всех времен и народов.